Без огня невозможна жизнь на Земле. Человеку он помогает в быту, но в очень больших масштабах становится опасным. Пожары на территории Тихвина и района не редкость, и тогда на борьбу с ними выходят сотрудники МЧС. За январь 2013 года в городе Тихвине на территории Тихвинского района произошло 10 пожаров и 9 загораний. За аналогичный период прошлого года было 12 пожаров и 9 загораний. То есть у нас идет снижение по количеству пожаров. За январь месяц у нас 0 погибших, 0 травмированных. За аналогичный период прошлого года у нас был 1 человек погиб и 2 травмированных. 10 пожаров, у нас 5 поджогов, 2 идет пожар, нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации печи, 2 неосторожное обращение с огнем и иными источниками повышенной опасности, а также 1 пожар, неисправность узлов и механизмов технологического оборудования. В начале января произошло загорание отечественного автомобиля, которое состоялось по вине мужчины, бросившего в моторный отсек горящую тряпку. В Тихвине и районе проводятся мероприятия по профилактике пожаров и загораний. Требования пожарной безопасности всегда нужно соблюдать, потому что от этого может зависеть жизнь и здоровье окружающих. Елена Павлова, Руслан Блохин, Пикалевское кабельное телевидение.